Здравствуйте, товарищ Рыбалова. В сегодняшнем видеообзоре пойдет речь о такой бюджетной приманке от компании Сивейда, производитель китайский, но тем не менее продукция у них очень хорошая. Приманка называется Zombie Crank. Длина приманки составляет 45 мм, плавающий, вес 5 грамм. Максимальное заглубление до полуметра. Приманка имеет классическую геометрию для данного типа воблеров. Такое пузатенькое вытянутое тело, ярко выраженные глаза, выступающие над корпусом. Детально проработанные жаберные крышки и небольшая лопаточка. Приманка оснащена двумя крючками очень хорошего качества. Не ржавеет, очень зацепистые. По поводу лакокрасочного покрытия, довольно-таки стойкое, несмотря на свою цену, меньше 100 рублей. Воблер просто шикарный. Многие скажут, что это копия более именитых этого бренда. Да, согласен, но тем не менее его цена и качество изготовления просто на высоком уровне. Воблеры в воду не пьют. Как многие думают, что если воблер дешевый, он не ловит, пьет воду. Здесь не приходилось ничего дорабатывать. Петли все проклеены, заделаны хорошо. Воблер прекрасно держит струю. Приобретал я его в основном для ловли головля, язя, возможно, жереха в прилове. Также на воблер попадается и щука. Полетное качество воблера на твердую четверку. Воблер немножко шумноватый, но не сильно. Так что можете приобретать и наслаждаться поклевками. Самое главное в этом воблере это его низкая стоимость и неплохие рабочие характеристики. Бывает такое, что на сложных перекатах, где нет возможности при зацепе подплыть, либо подойти и отцепить воблер, целесообразнее использовать более дешевые аналоги дорогих топовых приманок. Поскольку оторвать воблер за 1500 рублей, либо за 1000 рублей, либо же за 100 рублей, это очень большая разница. И зачастую более дешевые воблеры, которые мы чаще используем в таких вот крепких, труднодоступных местах, оказываются более уловистые, чем дорогие приманки. Так что советую всем обратить на продукцию данной компании и на этот воблер в частности. Ссылочку на данный воблер оставлю в описании. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.